Меры, принимаемые Государственным таможенным комитетом Беларуси, позволили снизить временные и материальные затраты участников внешнеэкономической деятельности при выпуске товаров. В результате повысилась эффективность таможенного контроля, направленного на выявление административных правонарушений контрабанды. Обеспечена полнота взимаемых платежей. Выявлено 2309 административных правонарушений, что на 828 больше, чем за предыдущий год. Изъято незаконно перемещаемых товаров на сумму почти 32 миллиарда белорусских рублей. Возбуждено 8 уголовных дел, в том числе по фактам контрабанды наркотических средств и психотропных веществ, а также неуплаты таможенных платежей в крупном размере. Должностными лицами таможни пресечена 131 попытка предложений взяток от тех, кто планировал решить вопросы незаконным путем.